Всем привет! Вы сегодня стали свидетелем, что биткоин обновил свои исторические максимумы. Примерно 18 февраля я предположил, что одна из вариантов движения цены будет в район 54-600 долларов. Но, как видите, движение затянулось на несколько дней, а именно вечером сегодня, 19 числа, мы такие побили уровень 53 тысячи и суммарно 5,7% добавили к биткоину. Это, в принципе, ожидаемо. На сейчас какая ситуация будет с биткоином, я могу дать вам предположение. Предположения мои такие, что на уровне 55, может быть, 56 биткоин пойдет на коррекцию в уровень вот этот уровень. Когда это произойдет, еще не ясно, поскольку нету никаких сигналов к развороту цены, и возможно движение еще может продолжиться с какими-то коррективами. Да. Возможно, будет как здесь, да, выходные там и все остальное, то криптовалюта будет торговаться в этом уровне и потом постепенно уменьшаться в размере. А может быть другая ситуация, которая резкое будет снижение цены. Либо так, либо так. Будем смотреть, еще ничего не понятно. Одна из криптобирж сейчас на споте торговать нельзя, она просто-напросто лежит. И когда ее починят, тоже неизвестно. И это тоже нужно факт учитывать, поскольку, возможно, специально сделали такие вещи, чтобы просто люди не смогли либо продать, если у них биткоин в фьючерсах в шорте, просто нельзя продать ничего. Вот поэтому вот такие вот такой вот момент возможен, откат цены. Но понятно, что такой резкий, я не думаю, что на сегодняшний момент он будет таким резким, поэтому я все-таки вот эти линии уберу, чтобы они никого не смущали. Это мое предположение. Походу, может быть, опять-таки, небольшой рост и движение в этой зоне. Вот. Далее мы будем наблюдать осторожно, реально здесь осторожно со своими ордерами, поскольку давайте, ну, предположим, что она может вырасти еще на 5%, до 58-60 тысяч. То есть 5% вам особо не сыграет, но если цена биткоина пойдет каким-то образом вниз, то этот уровень того можно, да, потерять 4-7%. В принципе, я вам рекомендую, в описании есть эта программа, и я вам рекомендую самим попробовать рисовать и делать свои какие-то аналитические данные. Вы будете их потом проверять, и вам будет понятно, правильно ли вы думали или неправильно. Вот такое впечатление, вот пока на 15 минут, что вот как-то вот такое движение может быть с проседом вниз, просел и пошел вверх.
Пока неизвестно, не буду гадать. Пока просто это пушка, которая растет. Раньше в видео вы я рассказывал, что движение бычье в основном с какими-то коррекциями небольшими мы видим. То коррекции в районе там 2%, но это, как видите, ни о чем. А дальше выпущу несколько видео. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте лайки и думайте своей головой, особенно в таких ситуациях, когда уже все выросло и будет скоро коррекция. Всем пока!